Украинские саночники в восторге от олимпийской трассы. Антон Дукач рассказал о первых тренировках в Пхенчхане. Украинские представители санного спорта на Олимпиаде в Пхенчхане Антон Дукач и Андрей Мандзей находятся в позитивном настроении после первых тренировочных заездов. Класс, трасса плавная. Сегодня систематические заезды все проводили с низшей точки старта и уже чувствовалась высокая скорость. Завтра будет очень интересно, прокомментировал Антон пресс-службе НОК испытания олимпийского саночного желоба. Напомним, Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.